миру опять грозит опасность. Супергерои прошлого терпят поражение. Да кому это нужно? Надоели! Нам нужны новые герои! Помню, что с динозаврами случилось. Целлакан. Он же Латимерия, он же кистеперая рыба. Самая древняя из известных животных Земли. Твердая, мощная чешуя закрывает тело в 3 слоя. Умеет плавать задом наперед, вниз головой, брюхом вверх и лежать на дне. Так что я-то знаю настоящих супергероев. О, да, детка. Аксолотльмен, или водная саламандра. Полутритон, полуголовастик. Способен размножаться, так и не став взрослым. Обладает фантастической способностью к регенерации. Единственное, что не может отрастить, новую голову. Я просто делаю свою работу. Голый землекоп, он же саблезубая сосиска. Грызун, который никогда не стареет, никогда не пьет. Нечувствителен к боли, легко переносит кислотные ожоги. Очень редко болеет раком. Полчаса может прожить без кислорода. Алло? Срочно! Нужна твоя помощь! Женщина-коловратка. Самое маленькое многоклеточное животное. Может размножаться партеногенетически, то есть без участия самцов. При необходимости усыпляет беременность до благоприятного момента. При опасности рожает потомство с более длинными шипами. Мама! Кого тут убивать? Дети, за мной! Настало время выпускать капитана. Якорь мне в глотку! Человек-тихоходка, он же маховой поросенок, он же водяной медведь. Самое крутое, известное науке существо. Переносит нагрев до 190 градусов. Выживает при абсолютном нуле. Может успешно пережить давление в 6000 атмосфер. Единственное животное Земли, благополучно вернувшееся из полета в открытом космосе. Здрасте!